Привет, дорогие друзья! Наткнулись мои люди на анонс. На анонс очень интересной там, программы, которую устраивает Освітня Ассамблея, образовательная ассамблея. И вот я зашел к ним на Facebook, посмотрел. Парень мне показался знакомым, но так вроде все чинно, благородно. 21 століття кидає нові виклики старому світу. Один з таких прийняла Україна. Завдяки нашим міжнародним та українським партнерам, а також за сприяння Міністерства молоді та спорту, ми змогли провести цей захід. І от руководитель цієї образовательної асамблеї розповідає про те, що благодаря западним партнерам неким, а також Міністерству молоді і спорту, вони там кое-что провели. Проводять вони давно. Перше відео на YouTube-каналі їх – це от лекція Адольфича «Ізолірована Україна» від 16 мая 2015 року. Ви бачите, хто является ведущим, да, кто является главным на этом мероприятии. Ну, потом появляется Адольфович, опять в каком-то носке женском на голове. Кто такой Адольфович? И о чем он мог интересным рассказать? Ровно через год Адольфович зарезал охранника на одном мероприятии в Одессе. Нестеренко это и есть Адольфович. При себе был нож, он его вытащил, пырнул охранника. Кровь везде, на полу, на экране. Я не знаю, в каком состоянии. Сейчас пострадавший скончался. Скончался он от сердечного приступа. Это был охранник. Этот его пырнул. И охранник в карете скорой помощи умер от стресса. Но, как сообщается, Нестеренко отмазал тогда Ройтбурт, это порнограф из Одессы, порнограф еще и вороватый, которого недавно уволили, но под крики возмущенной минимальной вот этой 8% общественности, мол, верните Ройтбурда. Сообщается, что Ройтбурда уличали в воровстве бюджетных средств. По его словам, в 2016 году Ройтбурд прикрыл от уголовного преследования писателя Владимира Адольфовича Нестеренко, который ранил ножом охранника во время публичной лекции. В общем, вы понимаете уровень лекции. И вот меня заинтересовала эта организация. И я смотрю на их другую лекцию. Их лекция посвящена там не попасть в ловушку правоохранителей. Тема – это как уникнуть пастки полицейского. Даний захід проходить разом, якби спільно з департаментом суспільних комунікацій. І як ви слышите, що це мероприятие проходить при підтримці департамента, ну, і в присутствии глави, от в даному случае департамента общественных комунікацій. Що таке департамент общественных комунікацій? Це підрозділення КГГА. Ось, я б хотів би до слова запросити директора департаменту, який скаже пару слів. Добре, шановні колеги, я хотів би декілька слів просто сказати, що у нас в столиці існує унікальний інструмент. І от Кличко в этом году назначив директора департаменту общественных комунікацій, собственно, його отъевшееся лицо, ви і видели. Но мене заинтересовало другое лицо, человека, который проводит, собственно, лекцию. Я посмотрел и подумал, не, этого не может быть. Ну, этого не может быть при поддержке международных там каких-то организаций, Министерства молодежи и спорта. Это может быть, потому что перед нами Денис Полищук. Это именно он на данной образовательной ассамблее проводит свою панель. Он координатор также Национального центра правозащиты. Он еще и правозащитник. Это человек, если вы забыли, обвиняется в том, что он вместе с товарищем застрелил, он и Медведька, застрелили Олеся Бузину. Мы находим данный громадский центр правозахисту, и в соучредителях у него таки да, Полищук и Медведька. Два человека, которые застрелили Бузину. Национальный центр правозащиты. Вот их организация «Аваков черт», к примеру, под администрацией президента. Далее, кто еще дарит образование вот в этой организации? Маркиян, это С-14, второй человек, я сначала не понял, кто это, а потом понял, это спилка ветеранов войны с Россией. Была такая, вот, и вот это вот их спилка ветеранов. Первый ближе к нам стоит, это ЧМО, работало на Пятом канале. То есть это собрание парохоботов на самом деле. Это тоже С-14, но они они разделились, размножились. И вот теперь есть спилка ветеранов войны с Россией. Там вот этот вот парохоботище с Пятого канала бывший.
ну и другие достойные товарищи. С-14, по заявлениям, во всяком случае, Арсена Авакова. Сейчас процитирую. «В ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы. Что я имею в виду? Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество службы безопасности и ультраправых радикалов из С-14, прикрываясь правильными лозунгами с требованием расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с работниками СБУ, С-14 реализовывают очень неблаговидные дела». Так, мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих протестующих патриотов. Ну, понятно, да? Причем, что сейчас данные организации продолжают работать, никто не сел. Кто еще был замечен на этой образовательной ассамблее? Вот этот вот человек, это один из шестерок Карчинского, которые выполняли задачи администрации президента. Они, в частности, регулярно нападали на журналистов, сеяли ненависть. В Ютубе их канал был удален за нарушение правил сообщества. Там был антисемитизм, там была ненависть, там были призывы к, ну, не то что радикальным действиям, а совсем к нехорошим вещам. Да? Что происходит и почему Молодежи и спорта финансируют эти организации? Тема не новая. Среди тех организаций, которые получают государственное финансирование для работы с молодежью, есть три непосредственно связанных с С-14. Союз ветеранов войны с Россией, ну вот подтверждение. Национальный центр защиты прав, это Полищук, и Education Assembly, Освитняя ассамблея. В случае организаций, связанных с С-14, это новое государственное финансирование было предоставлено, несмотря на предыдущие сообщения в международных и отечественных СМИ, которые привлекали внимание к практике в 2018 году. Кто еще среди спикеров образует людей? Не совсем адекватный Арестович, да, замеченный во множестве вбросов, фейков и так далее. И, конечно же, Евгений Карась. К слову, очень интересно, как Евгений Карась призывает приходить на панели, где на панели, кстати, хорошо сказано, где будут образовывать журналистов. Настоящие журналисты будут учить, как быть журналистами. На курсі журналістики ви зараз будете навчатися тих журналістів, які, будучи, по суті, якимись надійними людьми, які хотіли на краще змінити цю от нашу буденну дійсність, сірі наші комунальні грабежі з боку різних злочинців. І ці люди прийшли до успіху, вони стали справжніми фахівцями в своїй сфері. І так, настоящі специалисты в своем деле. Кто имеется в виду? Мы замечаем там парохоботку Янину Соколову, мы замечаем там парохобота Бабченко, мы замечаем там вечно всем недовольного заднеприводного Скрыпина с еще одним человеком, которого, по-моему, выгнали уже отовсюду, откуда могли выгнать, но он сейчас пристроился опять-таки у Скрыпина. И мы, конечно же, видим там Евгения Карася. 1 августа у всей этой гоп-компании, которая финансировала за счет государственного бюджета, возникла проблема, потому что объединение Bellingcat выдало материал. Украинские ультраправые экстремисты получают государственные средства для обучения патриотизму. Это вернее, вот это вот, это было еще до 1 августа. 1 августа вышел еще один материал. В итоге организации, я так понимаю, это те самые организации, на которые ссылаются, что, мол, некоторые западные организации, которые участвовали в этом всем движении, начали давать заднюю. В частности, С-14 в своем сообщении в Телеграм утверждала, что летняя школа проводится вместе с двумя эстонскими аналитическими центрами, Международным центром обороны и безопасности, Национальным центром защиты и безопасности. И после материала от 1 августа, где спрашивалось, почему ведущий эстонский аналитический центр работает наравне с украинскими правами, они сразу же, эстонцы имею в виду, сразу же отморозились. Исполнительный директор ICDS сказал новостному сайту Delphi: однажды Евгений Карась пришел на мероприятие, он оставался там около 3 часов. Мы спросили местного человека, с кем он имел дело, он объяснил, кем он был. Когда мы узнали, что он был главой организации С-14, мы были очень возмущены и сказали организаторам летней школы, что, ну, что типа, наверное, не хотят иметь с этим ничего общего. В своем твиттере они также отреклись. Когда Bellingcat их достал, они вынуждены были сказать, что они даже призвали убрать свою эмблему. То есть никто не хочет связываться с такого рода организациями, которые однозначно называются экстремистскими во многих докладах. Вот ICDS не участвует в этом году, мы не сотрудничаем с ассамблеей образования. Организаторы разместили наш логотип на мероприятии без предварительной консультации с нами. Мы попросили их удалить ссылки на нас. Тем не менее, Министерство молодежи и спорта почему-то спонсирует вот это вот вашими деньгами.
Давайте посмотрим, что такое громадское объединение освітня ассамблея. Вот протокол сборов правления. На сборах правления присутствуют два человека. Собственно, Панченко, это глава, и Карась Евгений, первый заместитель главы. Что касательно выделения им бюджетных средств. Здесь мы видим отчет Министерства молодежи и спорта. Решение номер 1 и 2 27 декабря 2018 года конкурсной комиссии. Если мы посмотрим, сколько средств выделяется, то не без интереса обнаружим, что вот комп'ютерна забава як спосіб усвідомлення досягнень українського народу. Освітня асамблея 272 тисячі гривен ваших денег. Далі. Ліга стійкості, міжнародна школа з інформаційної безпечності. Освітня асамблея 170 тисяч. Наметовий табір «Яструб». А вот это вот уже спилка ветеранов войны с Россией, те самые, 90 тысяч гривен. Это просто шохом Корчинского, которые регулярно разжигали ненависть, нападали. Я могу себе только представить, что там в лагере они могут наметовый лагерь. Это для детей, что ли? Они там детей будут образовывать, эти твари? Уже образовывали, походу, потому что это уже, наверное, прошло. И вот еще одно национально-патриотичное выхование. И опять-таки Центр правозахода получает 135 тысяч гривен. Я сейчас вам покажу, как решались эти вопросы с бюджетным финансированием на 2019 год. Девятый проект в рейтингу «Национально-патриотичное выхование за порук информационной безопасности державы. Громадское объединение «Освітня асамблея». Бал 343, очікуване фінансування 146 тисяч. Вам теж показалось, що от у цього головного засідаючого, що у нього сено в голові застряло. Мені показалось, да? Не хватало шмата сала, мені кажется, на столі. Ну таке, щоб аутентичність була повна. Це засідання сидить, вот комісія, і вони рішають о виділенні средств з бюджету от міністерства, через Міністерство молодіжі і спорту на от ці організації. І середня сума коштів 128 тисяч 775 гривень. Що скаже Галина Васильівна для початку? Можна 130. Да, підняти до 130. Я зараз просто паралельно листаю кошторис і дивлюсь, що у них там було сказано. Так, Галина Васильівна запропонувала 130, є інша пропозиція. Пофіг. Вот так вот деньги раздаются. 130 тысяч. Я должен заметить, что ни одного публичного отчета о том, куда потрачены бюджетные средства, данная организация освітню асамблею не предоставила. Если немає інших пропозицій, тоді ставлю на голосування. Кто за то, чтобы затвердити сумму 130 тысяч гривень? Кто против? Немає. Кто утримался? Немає. Одноголосно. Девятый проект отримує сумму. Рекомендовано 130 тысяч. Это не конец выделения средств. Есть еще. И у нас проект «Право свідомість як фундаментальна засада сучасного національно-патріотичного виховання». Громадське об'єднання «Освітня асамблея». Они проводят семинары по правозащитной деятельности. И вы видели, кто у них проводит семинары по правозащитной деятельности. Это человек, который находится под судом, обвиняемый в убийстве журналиста. Кто против? Немає, не бачу. Кто утримался? Немає. Ну, тоді одноголосно, що ми вітаємо освітню асамблею. Здається, вже вдруге, так? Это еще не конец. Надо еще выделить денег. 17-й в рейтингу проект «Всеукраїнський дистанційний центр національно-патріотичного виховання». Громадське об'єднання «Січ», «Січ-14». Ну, ви, звісно, розумієте. Єдиногласно. Це ж «Січ». Остаточна сума коштів, пропозиція Галина Васильєва? 100. Є 100 тисяч пропозицій, так? Інші пропозиції є? Немає, так? Тому ставлю на голосування, хто за те, щоб затвердити 100 тисяч. Одноголосно. А дальше они шутят, что еще 2 миллиона у них осталось, ну, раздать. А кто против? Немає. Кто утримался? Теж немає. У нас 2 миллиона розтягнули. Ну, так. Тому 17-й проект отримує 100 тисяч за голосуванням, і в нас ще залишається 2 миллиона. Еще 2 миллиона. Не у вас остается. Да бюджетные средства распределяются таким вот организациям.
который, ну, при первом взгляде можно посмотреть и подумать, что это какое-то сборище парохоботов, клуб парохоботов. Популяризація національної історичної спадщини шляхом використання історично-симулятивної забави «Холодний Яр». Знову освітня асамблея. Знову освітня асамблея. І знов одноголосно. Добре, так. Є єдина пропозиція 100 тисяч. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Ще ми вітаємо проєкт «Холодний Яр» 100 тисяч. Вот эта вот комиссия, она до сих пор заседает. Министерство молодежи и спорта продолжает выделять деньги под эти проекты? А мы проекты удосконалили, да. И все наши комиссии. Слава Украине! Слава! Объединение Bellingcat обратилось к Министерству молодежи и спорта, и им был получен ответ. Если будет вынесено судебное решение о запрете конкретной гражданской организации, решение комиссии, которая выделяет государственное финансирование для проектов НПЕ, такой организации будет отменено, несмотря на документально подтвержденные связи между С-14, национальными организациями, связанными с насилием, как в украинских, так и в международных СМИ, похоже, что никаких действий по возврату средств государству от таких организаций, как Образовательная ассамблея, предпринято не было. Новая власть. Кивать уже не на кого. Можно было говорить, они там наши деньги, но уже все, их уже нет. Есть ваше Министерство молодежи и спорта, которое обязано вернуть деньги в бюджет, те деньги, которые вот так вот выделял какой-то мужик в рубахе с вусами, да? Или же, по крайней мере, публично объяснить свою позицию. Причем тут молодежь и спорт была к таким организациям, которые поддерживались деньгами. Я понимаю смысл для Порошенко. Порошенко, по сути, содержал свою гвардию, да, парохоботскую, за счет бюджетных средств. Плюс они получали и получают, наверное, до сих пор средства от Киевской городской государственной администрации. Но мне кажется, новая власть должна сказать хоть что-то по этому поводу и должна как-то публично озвучить позицию. Или же она боится как там общественного резонанса, который вызовет 8%, которые могут превратиться в 8% для новой власти на следующих выборах, если ничего не будет сделано. Пока.